Всех горячо приветствую, дорогие друзья, на канале Радиолюбитель ТВ. Если вы соскучились по товарам из Китая для радиолюбителей и электронщиков, то это видео для вас. И начнем мы с такого мини-трансформатора Tesla. Это, кстати, DIY-набор, то есть вам его нужно собрать и спаять. В комплект входит сама катушка, плата, готовая к пайке, и все необходимые радиоэлементы. При питании 5 вольт катушка работает слабо. Но зато, если вы запитаете от 12 вольт, будет видно разряд и сможете от катушки позажигать неоновые лампочки. Ну и понаблюдать за другими физическими явлениями. Набор поможет вам для практического изучения электроники и физики. Купить набор для сборки катушки Tesla можно на AliExpress всего за 8 баксов. Ссылка на нее и все сегодняшние модули из видео я оставлю в описании под видео. Кстати, друзья, когда я что-то покупаю на AliExpress, я пользуюсь помощником для безопасного и экономного шопинга, AliHelper, который рекомендую и вам. Скачивайте и устанавливайте его абсолютно бесплатно. И, кстати, для любителя шопинга на Али со смартфона у них есть удобное мобильное Android-приложение. Сейчас давайте покажу, как это работает. Заходим на AliExpress и выбираем нужный товар. Вот, например, мне нужен дистанционный пульт управления с реле. И как только мы открыли страницу товара, слева внизу есть панель AliHelper, где можно посмотреть рейтинг продавца, аналитику по ценам и другие полезные подсказки перед покупкой. Рейтинг продавца всего 74%. Низковат, давайте посмотрим почему. Видите, зеленым отмечены положительные качества продавца, а черным его недостатки. Видим, что продавец еще новичок, значит, нужно быть бдительным. И не все покупатели довольны этим продавцом. Ладно, едем дальше. На соседней вкладке у нас есть динамика цены. Это график изменения стоимости товара за последний период. Здесь мы можем определить, эффективная ли скидка, которую делает продавец, ведь они иногда специально завышают цену, чтобы затем ее понизить и создать видимость огромной скидки. Так что покупатель, у которого нет хелпера, об этом не узнает. Вот как видите, сейчас здесь скидка 17% на товар. И мы увидим, что совсем недавно цена была на него 360 рублей, когда сейчас он 317. Тут вы, кстати, узнаете, какая самая выгодная цена на товар. Сейчас, как мы видим, она самая дешевая. И давайте добавим этот товар в «Мои товары» кнопкой «Следить за ценой», чтобы купить его потом по самой выгодной цене. И теперь хелпер уведомит вас, когда цена на товар снизится. Давайте перейдем во вкладку «Мои товары». Вот как видите, мой товар добавился в список. Здесь все очень удобно, можно выбрать подешевевшие и покупать выгоднее. Также для тех, кто совершает покупки на Али со своего смартфона, есть удобное Android-приложение, благодаря которому вы можете проверить реальный рейтинг продавца, отследить динамику цены на товар и получать уведомления о снижении стоимости на интересующие вас товары. Еще хелпер совместим со всеми известными кэшбэк-сервисами, такими как Yamanet, AliShops, EPN. Также рекомендую вам переходить по ссылке в описании и устанавливать помощник на ваш компьютер или смартфон, и покупать на Али безопасно. Следующий товар у нас не менее интересный, но еще и очень полезный – доплеровский датчик движения. Это датчик движения, который улавливает движение даже за закрытой дверью или, например, гипсовой стеной. Такой датчик движения работает на радиоволнах. Дальность обнаружения у такого датчика составляет 9 метров и очень чувствительный даже к мелким движениям. Питается он всего от 5 вольт, так что этот датчик очень эффективное средство в охранных сигнализациях или, например, для автоматического включение света при входе в комнату. Классная штука, тем более, что один стоит всего полбакса, так что советую всем опробовать. Далее у нас идет розетка с термостатом. Он представляет из себя удлинитель и розетку с выносным датчиком температуры. Устройство сможет работать в двух режимах – нагрева и охлаждения. То есть подключаете ему все, что создает климат в вашей квартире, то есть кондиционеры, сплит-системы, вентиляторы, тепловые пушки, и настраиваете, при какой температуре прибор будет включаться и выключаться. Можно также его использовать, например, для нагрева воды или поддержания температуры в теплице. Диапазон управления температурой составляет от минус 40 до 120 градусов по Цельсию. Применений можно найти очень много, а купить его можно всего за 13,5 баксов. Далее хотел бы посоветовать сенсорный экран с диагональю 3,2 дюйма. Это цветной сенсорный ЖК-дисплей. Разрешение составляет 240 на 400 точек. На нем можно не только писать, но и рисовать различные объекты. Также на обратной стороне дисплея имеется датчик температуры, и можно сразу узнать температуру, которая выводится прямо на дисплей. Еще у него есть слот для карт microSD, через который на экран вы сможете вывести любые изображения с флешки. Очень крутой дисплей, который вы сможете использовать в своих самоделках. Ну а на Алишке он стоит всего 7 долларов. Следующий модуль у нас USB TV Tuner, который можно очень круто использовать как радиосканер. Вообще он предназначен для приема ТВ-сигнала на компьютер, но главная его фишка в том, что он может принимать любые радиосигналы в диапазоне частот до 2 ГГц. То есть вы сможете прослушивать различные вещи, рации, радио, различные переговоры в радиодиапазоне. Очень крутая штучка.
Сможете даже получать прогноз погоды со спутника. А стоит такая штучка всего 8 баксов. Также еще одной фишкой сезона можно назвать такой USB-тестер. У него есть много дополнительных фишечек при измерениях. Но самая главная фишка, что можно заказать его версию с Bluetooth. Bluetooth позволяет подключить этот тестер к телефону на Android, ну или компьютеру. И запустив специальное приложение, видеть все измерения на большом экране, что очень удобно. Диапазон измерений у него до 24 вольт и 3 ампер. Также классной фишкой его является, что можно наблюдать изменения напряжения и тока прямо на его дисплее на графике. А если докупить такой переходник с USB на крокодилы, то можно измерять им не только USB-гаджеты, но и практически любую электронику плюсом и минусом. 13 баксов стоит версия без Bluetooth, 17 соответственно с Bluetooth. Но такой переходничок можно взять за 2,5 бакса. Следующим товаром у нас будет датчик пульса. Можете просто приложить этот датчик к пальцу, и он покажет, какой у вас пульс. Так что датчик может вам пригодиться при тренировках, ну или если вы захотите узнать, врет человек или нет. От волнения при броне пульс обычно повышается. Стоит такой датчик всего 2 бакса. Также хотел рассказать, пожалуй, о самом дешевом GPS-трекере. Точность определения этой модели составляет около 2 метров. А от полностью заряженного аккумулятора в режиме ожидания он может работать до 5-6 дней. В этом режиме он ждет звонка от вас и, когда его получает, активирует поиск спутников и определение его координат. Также у него есть возможность непрерывно в онлайн режиме передавать свои координаты. И вы сможете видеть, где он сейчас находится на карте. Модуль можно приобрести всего за $11. Следующий модуль у нас это ESP модуль с датчиком температуры и влажности. С помощью этого модуля вы сможете дистанционно узнавать температуру и влажность. Сенсор температуры с помощью ESP модуля через Wi-Fi передает всю нужную вам информацию туда, куда вы захотите. Например, к вам на компьютер. Полезный модуль стоит всего $3. Ну и напоследок для настоящих радиолюбителей хотел посоветовать вам рацию, которая является самой продаваемой на Алиэкспрессе – Baofeng. Приобрести ее можно всего за $25. Дальность ее связи на штатной антенне составляет до 5 километров. А если докупить 771 антенну за $5, то дальность связи можно увеличить вплоть до 10 километров. Рация общего диапазона, можете ее смело брать, если вы охотник или рыболов, и будете всегда на связи и не потеряетесь. А если медведь вам откусит ногу, то легко позовете на помощь. Ну вот собственно и все товары на сегодня, приобрести их можете по ссылкам в описании. Если знаете еще интересные модули, обязательно пишите в комментарии, и я как-нибудь расскажу про